Здравствуйте, мужчины и женщины! Ну что, сегодня у нас на обзоре и на тест-драйве Kia Seltos. Наконец-то он к нам добрался в Новосибирск. Это уже тестовый автомобиль, на нем уже можно кататься. Взял я его в компании Центр НСК, ссылку на дилера вы найдете в описании к этому ролику. Также там вы найдете прайс-лист с актуальными ценами и с комплектациями для тех, кому интересна покупка этого автомобиля. Ну, зацените внешность! Вот, кстати, еще что, мужчины и женщины. Так выглядит мой канал. Здесь есть раздел «Плейлисты». И нажав на кнопку «Все плейлисты», вы можете открыть плейлист по автомобилям Kia. Мужчины, заходите сюда. Здравствуйте. И под каждым роликом есть вот такой вот закрепленный комментарий. Здесь есть ссылка для связи со мной. Если на нее нажать, вы попадете на вот такую страницу, на котором есть основные мои контакты, карта Сбера для тех, кто хочет помочь каналу, кнопки WhatsApp, написать в Telegram. Нажимая на эту кнопку, мы прямо в диалог WhatsApp попадаем, не нужно ничего сохранять. Также точно с Telegram, ссылки на YouTube, канал со стримом, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, где угодно можете мне написать. Это вам может понадобиться для того, чтобы получить привилегии при покупке. Если мы с вами найдем общий язык, я поговорю с дилером, у которого взял автомобиль, о том, чтобы вам сделали привилегии при покупке. Все это будет сильно зависеть от того, каким образом вы будете покупать автомобиль, кредит, трейдин или наличка там и так далее. То есть от многих факторов, что это будет за модель и так далее. Также вы можете заполнить форму, которая находится здесь в описании. С мобильного телефона вы это тоже можете все сделать. Опять же, здесь есть плейлист на Kia под каждым видео и под тем, которые вы смотрите. Не забывайте, кстати, подписываться на канал, ставить лайки или дизлайки, неважно, и писать комментарии. Здесь есть еще такая ссылка. Если хочешь купить автомобиль на особых условиях, заполни форму. Нажимаете на нее и отправляетесь на форму, в которой нужно запомнить имя, телефон, интересующую вас модель, подробно, в том числе и про цвет, и выбрать способ покупки. Если есть трейдин, указать, какая машина у вас для трейдина, и отправить. Мы сами с вами свяжемся и сделаем вам хорошее коммерческое предложение. Напомню, что оно действует в Новосибирске. Ну а теперь давайте поподробнее остановимся. Обзор, скорее всего, будет у нас долгий, потому что тут огромная куча опций. И я вам про них, про все попытаюсь рассказать. Если вдруг про что-то забуду, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях к ролику. Больше всего меня поразило то, какое количество здесь двигателей, коробок и вот различных модификаций, в принципе, силовых установок. Здесь вам, пожалуйста, есть и 1.6 атмосферный, и 2-литровый атмосферный двигатель, и автоматическая гидромеханическая коробка передач, и вариатор, и робот, и 1.6 турбированный двигатель. Это у нас комплектация с 2-литровым атмосферным двигателем на 150 лошадиных сил, с полным приводом и с коробкой вариатор с имитацией переключения передач. Самый топ-жир у нас оснащен турбированным двигателем с роботизированной коробкой передач. Интересно было бы, конечно, посмотреть, как он едет. Вот так выглядит подкапотное пространство. Кому интересно, удобно достается аккумулятор. Это 2-литровый, напомню, двигатель атмосферный. Очень крутой, конечно же, получилась внешность у нового Kia Seltos. Сегодня я, наверное, не буду сравнивать его с конкурентами, просто расскажу вам про этот автомобиль. А вы уж сами решите, лучше он конкурентов, хуже он конкурентов, дело ваше. В общем, как вы уже успели заметить на коротком промо-ролике, здесь ближний и дальний свет диодный. Диодные у нас поворотники и диодные же противотуманные фары.
Также, видимо, передние парктроники у нас имеются. А этот радар означает то, что у нас есть адаптивный круиз-контроль. Ну и в целом очень интересно выглядит он. Здесь у нас тоже диодная вставка. Здесь очень интересный материал, такой ребристый на ощупь. И, ну, вряд ли кто-то это будет трогать, но все-таки вот он такой. Диски очень похожи на то, что стоит на Стингере. Круто выглядят тормоза у нас и передние, и задние дисковые. Вот они, чтобы не быть голословным. В максимальных комплектациях, помимо того, что он и ближний, и дальний диодный, есть еще и автоматическое переключение с ближнего на дальний свет. А это B-класс, я напомню. Где вы еще видели такие опции? Кстати, даже указатели поворота в зеркале и то диодные здесь. Так выглядит боковая линия. Арки с непрокрашенным пластиком. Намекает на то, что это паркетник. Про эту штуку вам тоже уже, наверное, много кто сказал. Если вы смотрели обзоры, то что рейлинг есть на крыше, и вот так они сделаны. Много различных фишечек. Мне, кстати, очень понравились ручки здесь. Такое ощущение, что здесь какое-то ионоплазменное напыление. То есть на ощупь они как металлические. Корма у нас тоже диодные огни получила. Камера заднего вида имеется. Парктроники. Ну и тенденция нынешних лет – имитация патрубков выхлопной системы. Кому-то это нравится, кому-то нет. Вообще выхлоп, вот видите, у нас снизу просто. Ну и в целом задняя часть автомобиля очень круто выглядит. Но не похоже это на B-класс совершенно. Вот такое багажное отделение у нас с ручкой для закрывания. Электропривода здесь нет. Но было бы странно, если он в B-классе был бы, тогда зачем нужен Kia Sportage будет, вообще непонятно. В багажнике мы видим сабвуфер акустической системы. Здесь стоит Bose. Кто-то говорит, что она не очень звучит, а мне вот очень зашло. Но это, наверное, вопрос вкуса, но я, возможно, не меломан. Мне понравилось, как звучит. Ровный пол, здесь даже в краях нет никаких выемок. Такая полка достаточно прочная на первый взгляд. Запасное колесо, инструменты у нас здесь имеются и много места еще для того, чтобы что-то положить. Двухсекционная полка и багажник, ну, достаточно вместительный. Здесь, кстати, тоже есть жесткая полка. Сиденья заднего ряда, как мы видим, складываются. Складываются они в ровный пол. Все очень классно сделано здесь. Есть небольшая совсем ступенечка, но практически ровный пол здесь получается. И места становится здесь очень много. Кстати, у сидений есть небольшая регулировка по углу наклона. Сейчас покажу вам задний ряд. Вот так выглядит карта дверей. Пластик здесь простой, не мягкий, но в принципе выглядит он фактурно. И чисто внешне все сделано хорошо. Здесь кожаные вставки, видим мы стеклоподъемник и есть у нас двухдиапазонный подогрев сидений. Сиденье у нас с подлокотником, с двумя подстаканниками. Есть даже кое-какой профиль боковой поддержки, подголовники. Сидеть удобно достаточно в этих сиденьях. Кожа или кожзаменитель, уж эксперты напишут, наверное, в комментариях. Здесь перфорированная, приятная на ощупь. Груболастая, но на ощупь приятная. И сделано все добротно, ровная прострочка. Не похоже на то, что это бюджетный автомобиль. По поводу того, сколько здесь места. Вот смотрите, сиденье я отодвигаю по максимуму назад. Здесь, кстати, электрические регулировки. И вот такое количество места получается. Сейчас мы заценим, как, собственно, здесь можно расположиться с этим количеством. Ну, а располагаться даже с отодвинутым по максимуму сиденья здесь можно. У меня рост нормальный. Я не двухметровый баскетболист. У меня рост 1,70 м, и я здесь помещаюсь с максимально отодвинутыми сиденьями. Если я его настрою сам под себя, то, соответственно, мне будет здесь вообще места более чем достаточно. Также хватает и места для ступней. Сиденья высоко, достаточно расположены. Но и комфортно здесь находиться определенно. На заднем ряду у нас есть USB-розетка. В пассажирском сиденье кармашек. Сиденье с жесткой спинкой, но с выемками под ноги. В принципе, я располагаюсь нормально здесь. Есть воздуховоды климатической системы, они, кстати, закрываются, то есть можно полностью закрыть их, можно приоткрыть. Такое не всегда бывает, иногда они регулируют просто направление, но полностью не закрываются. Здесь закрываются, и в ноги воздуховоды тоже имеются у нас. Про пассажирское сиденье хотелось бы отметить. Видите, да, у нас здесь
аудиосистема Bose. Вот так выглядит карта дверей. Рояльный пластик. Выглядит все красиво. Еще раз повторюсь, на B-класс это не похоже. Но только когда потрогаешь его, понимаешь, что пластик жесткий. Но выглядит это все дороже. Переднее сиденье пассажирское с электроприводом. Это в B-классе. В C-классе паркетников такого нет. Само сиденье выглядит вот таким образом. Тоже с перфорацией. И на переднем ряду перфорация не просто так. Здесь есть, помимо трехдиапазонного подогрева, еще и вентиляция сидений. Напомню вам, это B-класс. Сколько я раз уже повторил это. Сиденья с профилем неплохим боковой поддержки. Удобные очень. Реально удобные сиденья. У водителя, кстати, ну и у пассажира, соответственно, есть подлокотник. Про него скажу сразу, чтобы потом не останавливаться. Он регулируется по длине у нас. И здесь есть ниша. Перчаточный ящик, достаточно глубокий. Здесь имитация кожи и строчки. Это все не настоящее, но выглядит достаточно неплохо. Кстати, ребят, еще по поводу подвески задней. Здесь у нас многорычажная подвеска. Выглядит это все вот таким вот образом. Напомню, у нас здесь полный привод. Сзади днище выглядит вот так. Спереди у нас Макферсон. И вот таким образом выглядит днище спереди. Так, ну что ж, молодые люди и не молодые, мужчины и женщины. В общем, сейчас будем разбираться с водительским местом и с тем количеством опций, которые предлагает нам Kia Seltos. Мой обзор будет интересен тем людям, которые реально рассматривают автомобиль себе для покупки. Поэтому он долгий, поэтому он подробный. Давайте начнем с ключа. Здесь у нас есть бесключевой доступ. Сам ключ выглядит вот таким образом. Классный, хороший ключ. Электронный ручник у нас. Функция Auto Hold. Здесь подстаканники имеются два штуки. Такая ниша для смартфона. USB-зарядка. Вторая USB-зарядка. И 12-вольтовая розетка на 180 ватт. Здесь у нас есть полка с беспроводной зарядкой для смартфона. Так выглядит селектор переключения передач. Это шайба Drive Mode. Она поворотная. И здесь мы, соответственно, можем выбирать три режима. Sport, Normal и Eco режим. Вентиляция сидений и подогрев сидений, как я уже говорил. Здесь у нас кнопка камеры. Кстати, сама камера заднего вида у нас с поворотными направляющими, с хорошим разрешением. Здесь мы видим, как работают сонары парктроников. Также на этом дисплее они дублируются. Подогрев руля у нас имеется. Здесь мы можем выключить парктроники. Помощь при спуске с уклона у нас имеется. Дальше у нас есть блокировка муфты полного привода. Селектор переключения передач. Есть спорт режим. Его можно включить так, помимо того, что в драйв моде мы выбираем. И вручную переключать передачи есть еще возможность. Вот таким вот образом выглядит климатическая система. Очень круто. Опять же, не похоже на B-класс это совсем. Климат однозонный у нас здесь. Но есть три режима авто. Вот, видимо, переключение. Медленный, быстрый и средненькое что-то. Это тоже очень здорово. Кнопки очень удобные, все расположено классно, интуитивно понятно. С этим никаких вопросов в Kia не бывает вообще. Кстати, здесь воздуховоды у нас тоже закрываются и полностью подача воздуха прекращается. Стекло у нас полностью обогревается нитями. Здесь, кстати, зеркало, я так и не понял, с автозатемнением оно или нет. Ну, датчика нет, но какое-то оно странновастое, не похоже на обычное. Напишите в комментариях, кто знает. Датчики дождя, датчики света, понятное дело. Как я уже сказал, свет у нас переключается с ближнего на дальний автоматически. Здесь мы видим это. То есть мы включаем просто дальний свет, и он в авторежиме у нас переключается. Это очень здорово. В B-классе такого я не припомню вообще нигде. Кстати, интересная фишка еще. Когда мы переключаем режимы света, здесь у нас на бортовом компьютере отображается, какой режим выбран. Вот в мелочь, а приятная мелочь. Ну и что касается самого бортового компьютера. Большой дисплей. Все читается отлично. С этим вопросов вообще никаких нет. Приборная панель у Kia одна из самых, наверное, в этом плане крутых. И Seltos не исключение. Огромный дисплей, я не знаю, наверное, больше, чем даже в остальных более дорогих машинах. Все с этим очень круто здесь. Вот так вот у нас переключаются режимы.
есть анимация, есть компас. Основные фишки, они здесь у нас переключаются в этом углу. Это у нас кнопка удержания в полосе. Видим мы пиктограмму, которая загорается снизу, когда мы ее включаем. Отключается у нас курсовая устойчивость. Анимация классная. Все реально очень понятно и просто. И еще есть вот такая вот штука. Нажимая на нее, у нас появляется проекционный дисплей. Надеюсь, видно вам показания. На камере сложно поймать их достаточно. Проекционный дисплей в B-классе. Руль, как на всех Kia, очень удобный, классно выглядит. Есть у нас здесь адаптивный круиз-контроль. Вот здесь мы можем управлять. Здесь мы управляем мультимедийной системой. Ну и что касается самой мультимедийной системы. Зацените, какой огромный дисплей тут. Есть у нас карта навигации. Есть у нас соединение по Bluetooth. CarPlay Android Auto, сенсорный дисплей. Подробно не буду останавливаться на том, как Android Auto работает. У меня уже в обзорах это было. Кому интересно, в Kia Sportage посмотрите. То есть здесь, в принципе, все очень похоже выглядит. А, бесключевой доступ заводится с кнопки. Совсем забыл сказать. Ну и еще по поводу систем. В двух словах расскажу. Во-первых, начнем с декоративной подсветки. Видите, да, здесь мы можем выбирать различную подсветку. И в зависимости от того, какая играет музыка, как громко она играет, подсветка светится у нас. Здесь это происходит под панелью. Ночью, понятное дело, было бы видно лучше. Вот таким вот образом. Дальше по поводу систем. В этом автомобиле есть такие технологии, как система предупреждения столкновений в слепой зоне. Мониторинги слепых зон, другим словом. Есть еще система удержания полосы движения. Эта система использует камеры, радары, датчики для поддержания безопасной дистанции и отслеживания разметки. То есть ваш автомобиль всегда находится по центру занимаемой полосы. Система работает на скоростях от 0 до 130 км в час. Также здесь имеется сигнализация аварийного сближения при парковке. Чтобы вам помочь безопасно и уверенно парковаться, эта система использует установленные на бамперах ультразвуковые датчики. То есть помимо парктроников есть еще ультразвуковые датчики. И они оповещают вас звуком, если другие транспортные средства или препятствия окажутся на опасно близком расстоянии. Еще, ко всему прочему, здесь есть система предотвращения фронтальных столкновений. Она способна обнаружить автомобиль или пешехода, двигающихся впереди автомобиля, и с помощью камер, радаров система отслеживает скорость и дистанцию. В случае возникновения риска столкновения система предупредит водителя, подав визуальный сигнал. При наличии опциональной функции распознавания пешеходов рулевое колесо дополнительно отзовется ощутимой вибрацией. Если водитель не отреагирует, автомобиль автоматически задействует тормоза. В настройках автомобиля эти ассистенты все можно регулировать. Момент предупреждения, громкость, усталость водителя. И ассистент водителя может только предупреждать. Активная помощь, соответственно, еще и оттормозит ваш автомобиль. То есть систем огромная куча просто здесь. Огромное количество опций, как вы видите, все очень здорово и красиво выглядит. Ну и сейчас поедем еще прокатимся на этом автомобиле, чтобы понять, как он себя чувствует еще в движении, ко всему прочему. Так, ну что, ребят, сам тест-драйв я предлагаю провести нам от первого лица. Посмотрите, как это управлять этим автомобилем. Немного прокатимся, расскажу вам про свои ощущения. Самой большой моей придиркой к этому автомобилю оказалась шумоизоляция. И причем она в целом-то неплохая. То есть здесь она есть. Но слышно арки. Если бы поставить сюда еще ворсистые подкрылки, то я думаю, было бы вообще идеально просто. А так, в общем-то и целом, придраться особо не к чему. Я понимаю, где я сижу, что это бюджетный автомобиль, поэтому я даже не пытаюсь там щупать и проминать этот пластик, потому что смысла этого нет. Выглядит это все очень и очень достойно. Сами можете оценить, как это все смотрится. Смотрится это точно не на бюджетный уровень. Кстати, по поводу посадки. Руль у нас регулируется и по вылету, и по высоте. Сейчас мы под себя его настроим. Я хочу отключить все системы вспомогательные. Включим блокировку, муфты. Выключим курсовую устойчивость.
Кстати, в сиденье у нас есть еще поясничный упор. Но сиденья очень удобные. Включаем драйв режим, выбираем спорт. Кстати, в драйв мод мы, наверное, тоже поставим спорт. Включим первую передачу. И вот здесь у нас есть возле дилерского центра небольшая площадка. Я хочу попробовать еще раз прокатиться бочком. Посмотрим, что у нас получится. Позволит ли нам Селтос маленько позадуряться. Да, активно задницу подкидывает, смотрите. Хо-хоу. Ну да, разворачивает. Дрифт на полном приводе. Но на самом деле удовольствие прям можно получить от вождения. Смотрите-ка. Хотя здесь у нас вариатор. Ну-ка. Оп. И то есть бачком прям поездить по парковке. Система курсовой устойчивости все равно вмешивается в самых критичных ситуациях. Но, в общем-то, и в целом поприкалываться можно, конечно. Впечатление очень хорошее производит Селтос. Не знаю, насколько хорошо передает микрофон вам то, что происходит в салоне относительно шума. Но вот, как вы слышите, вполне себе достойно. Хорошая обзорность, хорошие зеркала. Честно говоря, единственное, что я не выяснил, напишите в комментариях, что значит вот эта кнопка с изображением руля на самом руле. Я так понимаю, она немного регулирует усилие. То есть управляется маленько по-другому автомобиль. Если я не прав, напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, проекционный дисплей очень крутой. Кстати, здесь у нас отображается разрешенная скорость на нем. Не знаю, видно вам или нет, но на карте это должно быть видно. Здесь у нас частный сектор. Не очень ровная, мягко говоря, дорога. Подвеска отрабатывает очень хорошо. Нет шумов двигателя, не слышно коробку. Немного слышно арки только, но я думаю, что дополнительная шумоизоляция это исправит, и в автомобиле будет очень комфортно. Хотя на самом деле я и сейчас каких-то неудобств не испытываю. Управлять очень просто и понятно, как этим автомобилем. В спорт-режиме очень весело отзывается автомобиль на педаль газа. И достаточно бодро везет двухлитровый двигатель эту машину. Я еду с заблокированной муфтой. Еще раз покажу, как выглядит камера заднего вида. Давайте попробуем разогнаться здесь до 60 км в час. Ну, очень бодро разгоняется автомобиль. Имитация переключения передач. Слушайте, ну изумительно. И хорошо дорогу держит. Вот только к аркам претензия, то, что их слышно очень хорошо. И все, пожалуй. Прям в удовольствие катаюсь на этой машине. Интересно, как будет вести себя турбированный двигатель с роботом. Но на этой можно очень бодро поездить. Отключенной системой курсовой устойчивости. Смотрите, как он подхватывает прям. Ух! И в повороты заходит неплохо. Вот что значит многорычажка. Габариты ощущаются очень хорошо. Здесь узкая дорога. Ну что ж, ребят, такой получился обзор на Kia Seltos. Отличный новый автомобиль. Всем рекомендую самостоятельно приехать покататься к дилеру.
Потому что в любом случае у вас могут возникнуть совершенно другие ощущения от поездки, поэтому едьте, катайтесь сами. Все ролики по Kia, если что, есть по ссылке в описании. Там прям ссылка на плейлист, можете все подряд посмотреть. А за просмотр этого ролика всем спасибо и всем пока!